Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить кнопку Home на iPhone 7. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Открываем. Теперь необходимо открутить 4 винтика. Демонтируем металлическую пластину. Отсоединяем кнопку Home. Теперь необходимо отклеить кнопку Home от дисплейного модуля. Делаем это аккуратно. Отклеили кнопку Home. Теперь ее необходимо вынуть из дисплейного модуля. Вынули. Берем новую кнопку Home и устанавливаем ее в дисплейный модуль. Установили. И подключаем кнопку Home. Подключили. Теперь необходимо прикрутить металлическую пластину. Она прикручивается на 4 винтика. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Защелкнули. Теперь необходимо прикрутить два нижних винтика и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.